Спонсор рубрики «Хорошие новости» – компания «Кёниг Дорс». Ищите новую дверь? Сэкономьте время! Скидки до 50% на межкомнатные входные двери компании «Кёниг Дорс». Богатый выбор цвета, смелый или классический дизайн, раздвижной дверной короб, скрытые петли, магнитный замок. «Кёниг Дорс» – польское качество и европейская эстетика. Приходи, Нарвская 8А и Советский проспект 97. Проснулась, и настроение хорошее в любом случае. Что дождик, что солнышко не должно влиять на настроение. Настроение всегда должно быть хорошее. 24 числа будет библионочь. Приглашаем всех в библиотеки Калининградской области. Тренинг сейчас на работе проходим. Работа очень здоровская. Любим ее. Идем на обед. Хорошая новость. Родила ребенка, сына Рому. Курс рубля повысился. Самое значительное событие в последнее время. В субботу ждем субботника, чтобы убраться в нашем городе, он станет еще чище.